Максимальный и минимальный объем инвестиций на душу населения различаются по России в 150 раз. 20 российских регионов потребляют 95% иностранных инвестиций. И в этих условиях именно качество инвестиционной политики региональных властей становится ключевым фактором социально-экономического развития территорий. В этой ситуации мы должны максимально стараться привлечь средства извне, понимая, что с нашей бюджетной обеспеченностью, имея в виду нашу родную республику, рассчитывать на большие субсидии из федерального бюджета нам не приходится, к тому же пришли соответствующие инструкции, распоряжения, где нам этот процент устанавливают максимальный в размере 37%. Это, наверное, где-то пятый показатель, да, Рустам, ты не смотрел? Девятый с худшей с точки зрения. Девятый, да, с худшей точки зрения, но вот я, наверное, две минуты вас буквально отвлеку. Марат Гадыч сегодня рассказал анекдот, когда индейцы спрашивают, что такое добро и зло. Он говорит, что добро это, вернее, зло это когда у него украли лошадь, а добро, когда он украл. Поэтому мы говорим худший, кто-то считает, что Татарстану 37 много, но мы считаем, что надо работать для того, чтобы и прирастала экономика, прирастало имущество, в соответствии с этим налоги